Существует три аспекта. Первый – это похвала. Стути означает воспевание великолепия Божественного. Что происходит, когда вы воспеваете чью-то красоту? Ваше сознание расширяется. Ваше сознание возвышается. Так, для того, чтобы возвысить свое сознание, мы воспеваем великолепие Божественного. Это приносит нам безмерное удовольствие и разжигает глубокую любовь. Когда вы любите кого-то, вы постоянно говорите об этом человеке. Когда вы говорите таким образом, это зажигает любовь внутри вас. Второе — прартана, молитва. Молитва — это, каковы бы ни были ваши потребности, ваши беспокойства, предложите все их Божественному. Что происходит, когда вы молитесь? Все, что вы хотите, вы предлагаете Божественному и становитесь свободными от желаний, от просьб. Когда вы молитесь, зная, что ваша молитва будет исполнена, тогда ваши желания сохраняются и возникают вновь. Нет. Представьте, что они уже исполнены. Когда желание исполнено, оно уходит. А когда желание неправильное, то Божественное знает, Божественная Мать знает, что оно не должно быть исполнено, и об этом позаботиться. Таким образом, предложение Божественному наших страхов, тревог, желаний, просьб, всего, все это и есть молитва. И следующий аспект — упасана. В английском, да и в русском языках нет такого слова. Так что мы будем использовать оригинал «упасана». Это создание отношений с Божественным, соединение с Божественным. Очень глубокое чувство того, что вы есть часть Божественного, а Божественное есть часть вас. Все есть Божественная Мать, интеллект, память, даже беспорядок, путаница, есть Божественная Мать. Таким образом, признание Божественного во всем и в себе, соединение с Божественным, укрепление в глубоком чувстве единения с Ним. Вот то, что называется упасана. Эти три аспекта вместе — это то, что превращает жизнь в празднование. Когда вы свободны от всего того, от чего хотите быть свободными, и когда вы осознаете, что полностью зависите от Божественного, это способ пробудить любовь и преданность внутри нас. И праздник Наваратрия существует для того, чтобы пробудить преданность, пробудить истину, что все едино. И это единое есть все. И эту истину Бога нетрудно постичь. Вы не должны напрягаться и стараться из всех сил, чтобы постичь Бога. Бог уже здесь. Все, что вам нужно сделать здесь и сейчас, это расслабиться. Только в состоянии глубокого покоя Божественное пробуждается. Не тогда, когда вы выполняете много активностей, а в состоянии глубокого покоя. Божественное пробуждается. Наваратри — это празднование этого осознания. Я — это оно. Я — это она. Она — это я. И она есть все, целая Вселенная. Все пронизано Божественным. Все есть Божественное. Глубокое принятие и полный отдых, глубокий покой. Это способ познать Бога, который уже здесь и сейчас. Но что же не дает нам это сделать? Нам наш ум, наши желания. Итак, стути, восхваление Божественного, прартана, предложение всех ваших желаний, свобода от желаний, и затем упасана, создание связи с Божественным. Божественное в любом случае связано с вами. Вам нужно только осознать эту связь, и тогда жизнь становится празднованием. Джей Гурудев. Сейчас жизнь становится празднованием.
Не тогда, сейчас. Вам нужно сделать это прямо сейчас.